Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 95 на странице 44 рабочей тетради по русскому языку для 3 класса автора Канакиной. Прочитайте, впишите в определение пропущенные слова. Имя прилагательное – это часть речи, которая обозначает признак предметов. И отвечает на вопросы. Какой? Какая? Какое? Какие? Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.